Ну что, погнали отдохнем в Териберку. В городе Мурманске минус 24. Надеемся, в Териберке будет потеплей хотя бы немного. И мы поедим шашлыков всех 23 февраля. Да, Оленька? Мы погнали с тобой? Погнали. Погнали, такое у него вообще. Так как погнали. Так а что машина вся разваливается, конечно, что? Что без приключений никак. Крышка бака навернута. Вот так. Это, ребята, для драйва. Специально для драйва. С 23 февраля. С 23 февраля, да. Подарок такой мне. А, еще один подарок у нас. Вот. С Днем Защитника Отечества. На нахрен. Всех Роснефти. Бегите. Бегите, забирайте на Роснефти. Хотя вы это увидите уже завтра, но надо было бежать. Роснефть расщедрилась на перчатки. Вот так вот. Пелену. Вот так вот у нас может быть. Так, мы доехали до Териберки. Может, смотри, что там творится. Залив болит. Туман. Температура, ну, не минус 31, да, а минус 22. А вот сама Териберка. Это укрюк в мою сторону, что я вас вытащила, да? Непонятно куда, непонятно зачем. О, это не упрек. Гостиница Терри. Остановочка здесь есть. Териберка прежде. О, пес. Пес. Становится как-то уютнее. Понимаешь, что. Дома, смотрю, отстраиваются. Да, 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 да. Понимаю, что возрождается эта деревушечка. У нас впереди появился новый штурман. Жанна с Антоном. Потому что они здесь чаще бывают. И, соответственно, мы сказали им, чтобы они ехали куда. Потому что мы не знаем, куда ехать. А, это гостиница. Да, слушай. Прикольный домик. Среди на колесах. Да, реально на колесах. Готовый дом на колесах. Вот такая вот гостиница. Наверное, еще непонятно, где гостиная. Жилая. Да, приехал, поставил и уехал. Такой туманчик, лодочки. Для всех тех, кто здесь не бывал, могут посмотреть, что реально не замерзающее море. Море не замерзает. Это залив, конечно, но он не замерзает. Вот мы уже подъезжаем куда-то здесь. По ходу дела к какому-то ресторану. Проехали 100 с лишним километров, чтобы посетить ресторан на берегу моря. Че, все море Териберский берег. База. Че, мы приехали? Тут туманище стоит. Закинул.
Ну что, мы находимся на берегу Баренцева моря. Красота. Можно посмотреть, вы видите. Здесь можно полюбоваться природой. Здесь реально красиво, но сейчас стоит туман, парит залив. И реально очень холодно. Мы не будем даже шашлыки греть. Вот маленький домик в Сереберке, который стоит. Видимо, школа. Так. Мы пришли в местный магазин купить хлебушка. Чего тебя не буду записывать? Нет. Здесь тут есть такие селедочка, маленькая баночка. Так, что, хлебушек? Приехали из Мурманска купить хлебушка. Вот этого. Я пока пошел котяру посмотрю. Котя. Котя, привет. Привет, Котя. Привет. Ну, Ленька не удержалась. Она решила перекусить сразу же. Только что поели. Каждый себе по булке взял. Ну вот мы и дошли до водопада Териберки. Мы ее называем Териберка, а иностранцы ее ласково называют Териберка. Как будто что они что-то хотят потеребить. Но здесь красиво. Сейчас водопадик посмотрим. Если у меня хватит камеры, конечно, записи. Это у нас моя любимая Оленька идет. Да, Оленька? Дошла? Да. Тепло тебе? Уже жарко? Уже как в бане. Вот такая природа. Постараюсь передать, не сильно дергая камеру. Мы спускаемся с горы, говорю громко, потому что в боксе, в аквабоксе, чтобы не замочить камеру. Ребят, дороги почти нету, но мы идем. Ну вот, друзья, мы добрались до берега, Третьяковского берега. Мы находимся на берегу Ледовитого океана, Баренцева моря и выхода в Ледовитый океан.
почувствуйте дыхание Ледовитого океана, приезжайте к нам в Териберку. Оленька у меня еще бредет. Мы спустились вот с этой горы. Это было что-то. Прошли ее всю. Попали на Черное море, не попали на Адыманское море, но мы зато попали на Баренцево море. Вот так вот. Дышим свежим морским воздухом. Мы нагулялись так, что какие шашлыки нафиг, а? Сейчас будем делать соленые шашлыки. Какие соленые шашлыки? С аленой будем. А, соленые, я думаю, сейчас будем делать соленые шашлыки. Думаю, зачем соленые шашлыки? Ха-ха, соленые шашлыки. Вот оно что. Эвана как, Михалыч. Ребята, это надо видеть, смотрите. Там ночь. Здесь день. Ночь. День. В общем, закат. Мы уже нагулялись. Сейчас мы попробуем поесть шашлыки, так как потеплело. Продолжайте нас смотреть, будет интересное видео, мы его все равно выложим, не знаю, что войдет из этого всего. А? Подписывайтесь на наш канал обязательно, ребята, следите за нашими путешествиями, за сумасшествиями нашими, за сумасшедшими путешествиями. А это Териберка.